Всем добро пожаловать на мой канал. И это первый влог. О том, как мы идем на тренировку. Как мы сегодня проводим тренировку? Да. Обычный субботний день, очень солнечный, хотя и морозный. Мы идем в торговый центр, чтобы купить гейнер на сложных углях. Потому что мой закончился. Ира мне не отдала свой. Я не знаю. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies and these real times will be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. Короче, купила я такой гейнер. Вот такой вот, я его в магазине смотрела. Вкус банан. Здесь у нас, в общем, жиров 1.5, протеинов 20, витаминчики, минеральчики. Мне сказали, что это на простых углях, но на самом деле я читала в интернете, что там присутствуют сложные углеводы. Не знаю, может, продавец плохо знает, но в составе, смотрите, прописано на сайте одно, а здесь другое, да? Тоже опять сложно угадать. Идем, мы на протеинах. Мой инструктор и смотрит на меня, вот оно чудо, которое до сих пор на кровати. Лучше бы это был тренер какой-нибудь. Фитнес-качок, кореец, тренер. Можно и русского золотишка. Ой, солнышко. Витамин D. Кстати, на самом деле зима какая-то странная, теплее, чем осень. Да, у нас, в общем, в Москве сейчас вот снег лежит, да? Но очень тепло на самом деле. Не ощущается. Я сейчас, честно, я иду сейчас в топики. Ну, лифчики, да. И куртка сверху, и все. Потому что минус 20. Это Юникло. Банан. Я, банан. Но ты тут есть банан. Да я есть как банан. Гейнер, банан. Чинча мачсо. Настроение танцевать хочется. И немножко информации про сегодняшнюю мою тренировку. Сегодня мы будем выполнять форсированные упражнения, которые были у меня тогда на upper body, ну, верхнюю часть, в общем. Сегодня это будет у меня на нижнюю. И моя помощница, самая лучшая, которая может оставить меня под штангой сегодня. И лечь вместе с ней. Да, то вот, в общем, сегодня будет у нас тяжелые приседания, становая тяга, жим ногами, узкая постановка ног и широкая постановка ног. Это будет приседание. И также на добивочку, на изоляцию у нас будет... На квадрицепсы упражнения в тренажере и также пампинг ягодичных мышц в общем. И эти форсированные упражнения выполняются на белые быстрые мышечные волокна. То есть это все выполняется в скоростном режиме с большими весами и маленький отдых до 90 секунд, понятно? Понятно. Сегодня засекаем 90 секунд отдыха. Ну, 1.5 минуты, окей. Тренировка, в принципе, она должна длиться час-полтора. Ну, и... В нашем случае, как обычно, 2-3. Да, потому что сегодня будет у нас видео. И в конце нас ждет приятный бонус. Это растяжка и сауна. Хамам. Да, где мы кофе брали? Закупились сейчас вот кофеем и идем на тренировку. Поэтому с вами мы встретимся уже в зале. Ресепшн. Где-то. Вот так.
пойдем. Все два счастливые. Да. Тут тоже, смотри. Тут можно купить кофе, протеины, фрукты, печеньки, еще покушать можно. Привет. Ой. Добро пожаловать во влог. Сейчас мы приходим в гардеробную, где мы оставим свою верхнюю одежду и пойдем переодеваться. Ты что, кроссовки 2 килограмма весишь? Не знаю, так-то так. Вставай. О, боже. Слишком худая. Waiting for my time to shine just like a diamond. Yeah. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. 'Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. 'Cause I done seen the time go by. Это нечто. У меня уже мышечный отказ пошел. Тяжело. Но мы все выполняем, все делаем. Сейчас вот здесь голос закончится. Лицо попроще, да, надо сделать? Я убила Кристину сегодня. Я не знаю, встанет ли она завтра с кровати или нет, но надеюсь, что да. На понедельник ей по-любому надо встать на экзамены, поэтому пусть живет. А сейчас у нас растяжка, и дальше мы пойдем в сауну. Ждите нашего включения.
общем, мы пришли голодные после тренировки и будем готовить курицу. Сейчас мне Ира покажет мастер-класс, как разделать полностью курицу. Мы запечем ее в духовке. Потом взяли гавайскую смесь с рисом, это у нас углеводы будут и овощи. Курица у нас белки, понятное дело. Тут у нас специи какие-то. Какие тут специи? Прованские травы, чеснок, паприка и перец. Базилик закончился. Прованских трав есть базилик. Ну, не важно, там будет. Ты не на доске ее делаешь? Ничего, можно на доске, в принципе, не делать. Ужас, как-то я вообще не ненавижу это разделывать все. Просто грудки беру. Ой, какой разврат. Так, а сейчас мы закидываем смесь на сковородку. Ой. Твое лицо вызывает. Бедная курица. Мы сейчас будем варить глинтвейн из сандрии. Это фруктовое вино. Самое вот как раз дойдет для глинтвейна. Здесь у нас специи для глинтвейна. Что здесь? Помнишь? Здесь корица, имбирь, сушеный апельсин, ничего, кориандр. Вот. Бадьян всякий. Да, взяли, специи. Для этого мы взяли апельсин. Вино я вам показала уже. Мы вообще не пьем полусладкие вина и сладкие, потому что там сахар, смысл его. Но для глинтвейна специально нужно брать полусладкое либо сладкое вообще. В общем, приготовили мы глинтвейн. Такой классный. И курица запеченная с рисом и овощами. Вот так и прошел наш день с Ирой. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на меня, ставьте лайки. В инстаграме там тоже я выкладываю постоянно мини-видео. На нее тоже можете подписываться. Вот. Всем хороших тренировок.